Здравствуйте! В эфире программа «Навстречу». И сегодня мы поговорим о медицинском туризме. У нас в гостях Наталья Ким, генеральный директор компании «БК Тур». Наталья, здравствуйте! Здравствуйте! По традиции нашей программы предлагаю начать с блиц-опроса. Сова или жаворонок? Жаворонок. Работа или отдых? Работа. Телевизор или интернет? Интернет. Прогулка или книга? Сейчас прогулка. Сегодня мы с вами поговорим о медицинском туризме. Он делится на три вида – въездной, выездной и медицинский туризм по своей стране. Сегодня мы поговорим о выездном туризме. До пандемии 2018 года мировой оборот отрасли составил около 440 миллиардов долларов. Скажите, пожалуйста, почему у россиян вообще возникла потребность выезжать за границу за лечением? У нас в стране могут оказать подобную помощь? Конечно, у нас в стране тоже работают квалифицированные доктора, но каждый человек имеет право выбора, и он пользуется этим правом. А что руководит человеком, когда он делает пользу в выбор заграничных докторов? Ну, наверное, в первую очередь это понимание того, что я бы хотел для себя что-то лучшее. Видимо, так. Ну, то есть, есть все-таки какая-то психология, да, в нас живет, что где-то там могут полечить получше, чем здесь. Да. Вот я читала, что есть такая тенденция в современном обществе, что сейчас к заграничным докторам обращаются практически сразу, как только обнаружилось какое-то заболевание, вот какой-то, какая-то проблема. А раньше до последнего лечили в России и только в каких-то экстренных, крайних случаях уже ехали за границу. Вот вы замечаете такую тенденцию, что на ранних сроках уже люди готовы уехать куда-то? Таких людей очень мало. Прям вот маленький процент из всего количества, которые едут за границу. Обычно наш человек советский, российский, он откладывает все на потом. И только пройдя здесь многочисленный долгий путь, обращается к нам. К сожалению, когда уже порой бывает поздно. То есть все-таки это пациенты, которые сразу не берут в расчет такую возможность, да, для себя? Такую возможность для себя не все знают, это одно. Второе, не все имеют такие финансовые возможности. Какие заболевания хорошо лечат за границей? Однозначно, конечно же, онкология. То есть это, наверное, на первом месте? На первом месте онкология. А какие еще болезни лечат хорошо? На втором месте это ортопедия. В основном это эндопротезирование коленных тазобедренных суставов. Все, что связано с суставами? Все, что связано с суставами. Скажите, какие страны пользуются у россиян наибольшим спросом? Ранее это была Германия, Израиль, Южная Корея, Индия. Сейчас, в принципе, такое же направление и осталось. Единственное, что Южная Корея вышла вперед. А это у всей России или конкретно у Иркутской области? Я думаю, это, наверное, в большей части касается восточной, так сказать, стороны России. Запад, он все-таки ближе к Европе. То есть географическим положением обусловлено, да, это? Да, имеет значение, да. А что еще имеет значение при выборе страны? Ну, помимо очевидного, что конкретно в той стране, в которую летишь, есть определенный доктор, может быть, о котором ты наслышан или которого рекомендовали? Наверное, имеет значение общественное мнение, сарафанное радио. Поэтому люди делятся своим опытом поездки в Корею, своим опытом выздоровления. И это на первом месте. Скажите, а анонимность интересует людей? Да, конечно. Это очень щепетильная сторона жизни каждого человека. И мы, конечно же, соблюдаем анонимность. Просто если лечатся люди где-то в наших местных больницах, то, конечно, вероятность того, что о диагнозе узнает чуть больше людей, наверное, больше, да, присутствует, ну, элементарно. Там подъехал на этой машине, встретил кого-то, ну, то есть такие моменты. А за границей вот эта возможность исключена. То есть для людей это все-таки важно. На сейчас, наверное, это не так важно в связи с развитием все-таки соцсетей. Очень многие, когда случается такая беда, обращаются за помощью.
И в этом плане соцсети играют большую положительную роль. А, то есть наоборот, заявляют о своем диагнозе. Заявляют, да. Вы имеете в виду взрослых людей? Да, конечно, взрослых. Но это касается и детей. Просто детские сборы, они наиболее часто мелькают в лентах, и поэтому есть такое ощущение, что детки чаще летают за границу. Но это не так? Нет, дети летают не часто, летают чаще, конечно же, взрослое население. Скажите, пожалуйста, а отсутствие языкового барьера влияет ли на выбор страны? Вот, например, наши соотечественники, которые едут, например, в Израиль, как раз выбирают эту страну, потому что там много русских и можно как-то полегче. Ну, вот на сейчас нет проблем вообще с языковым барьером никаких, потому что каждая больница имеет в своем составе международный отдел. И в этом отделе работают прям вот несколько координаторов русскоязычных, ну, для россиян. Другой вопрос – это стоимость. Ну, вот та же Германия – это все-таки дорого. А Азия у нас дешевле? Немного раньше Германия была дороже, чем Корея, но на сейчас цены выровнялись. То есть... Примерно стоимость одна и та же. А качество услуг оказываемых? Качество услуг одинаковое. То есть теперь можно выбирать только по тому, что ближе? Что ближе географически. На это влияет, да, близость, наличие прямого перелета и отсутствие большой разницы в часовом поясе. То есть это на здоровье влияет? Это просто как комфорт для человека. Ну вот, кстати, отдельный вопрос – это комфорт. Возможно, наши врачи как раз оказывают подобную помощь и тоже на хорошем уровне. Например, врачи нашего там онкоцентра – это замечательные специалисты. И я думаю, что даже из других стран люди бы рады были бы приезжать на лечение к нам. Вопрос вот как раз комфорта, да? В наш век самое ценное – это время. Все люди работающие, и поэтому продолжительность самой диагностики, если мы говорим о диагностике, в Корее, например, можно пройти где-то за 4 часа. То есть это в течение дня ты полностью проходишь диагностику своего организма. Конечно, это нравится нашему человеку, и это все происходит в комфортных условиях. Все происходит в одном месте, кабинет за кабинетом, все сделано для удобства самого человека. Ну вот одно из направлений, как вы упомянули, это диагностика. Нету такого, что массово люди едут на диагностику в целях предотвратить какое-либо заболевание. Но диагностика пользуется большим спросом. Уже стали понимать, что это важно, что это нужно. И в последнее время, конечно же, диагностика пользуется успехом. А профилактика? Если говорить о профилактике, это все-таки не за граница. Mm-hmm. Это все-таки наша Россия, это все-таки наша медицина. Я вот помню, встречала женщин, которые специально едут, например, в Таиланд за массажем. То есть в качестве лечения. Ну, то есть это своего же рода профилактика. Может быть и профилактика, но на массаж ехать куда-либо, по моему мнению... Это, ну не знаю, сказка, наверное. Ну, то есть думаете, что это не полезно? Это не то чтобы не полезно. Каждый человек для себя выбирает сам то, что ему полезно, не полезно. Но если говорить о результате, то, конечно же, массаж не может дать как таковой результат в плане профилактики, возможно. Но я маленечко скептически отношусь. Сомневаетесь? Да, 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 да. Скажите, в чем принципиальная разница подходов врачей из-за рубежа и наших докторов? Есть какие-то моменты, которые принципиально отличаются? Отличие только лишь в одном. Я могу сказать только о Корее, да, так как я работаю по Корее. Больницы оснащены сверхсовременным оборудованием. На этом оборудовании работают высоко классные специалисты, и поэтому результат
получается полностью объективный. В этом отличие. Ну, а если говорить о самом докторе, то есть корейский доктор, он полагается на оборудование. Вот у него первоклассное оборудование, у него хороший врач-радиолог, который читает эти все снимки, и он полагается на результат именно этого обследования. А русский врач, если вспомнить, ну, назад вернуться, то наши российские врачи, они более глубже видят саму суть самого человека, не полагаясь на оборудование. То есть у русского доктора есть чутье. В связи с пандемией как-то изменилась ситуация с медицинским туризмом? Возникли какие-то сложности? Да, конечно, возникли. Потому что для того, чтобы попасть в Корею, на сейчас необходима виза. Поэтому поток туристов, желающих получить лечение, конечно же, намного снизился. А раньше было попасть проще за границу? Раньше между нашими странами есть соглашение о безвизовом посещении. Поэтому проблем никаких не было. Скажите, а вот некоторые страны могут ли пойти навстречу медицинским туристам? Я вот знаю, что в Индии, например, существует специальная медицинская виза. Какие-то еще страны идут на какие-то поблажки именно для того, чтобы к ним приезжали лечиться? Наверняка есть всякие разные преференции. Опять же, если говорить о Корее, то некоторые больницы берут на себя расходы по обсервации. То есть те люди, которые не едут прямо из аэропорта в больницы, вынуждены отсидеть обязательный 10-дневный карантин. Это государственный обсерватор, и больница покрывает полностью расходы на обсервацию. Что важно учесть человеку, который собирается поехать за границу в плане оформления каких-то документов? Как это работает? По приезду в Корею пациент подписывает согласие с больницей. То есть возникает взаимоотношение между больницей и пациентом. Так же, как и у нас, человек подписывает согласие на все те манипуляции, которые происходят в стенах больницы. А кто регулирует вот этот процесс? Международное право, например, или вот как это работает? Есть законодательная база Кореи, которая регулирует все взаимоотношения между больницей и иностранным пациентом. Если возникнут какие-то сложности уже после, то каким образом будет распределена ответственность или там помощь будет оказываться, каким образом? Не сталкивалась с таким вопросом. До сих пор не было случая, когда необходимо было разбирать именно этот вопрос. Не знаю. А есть вообще какое-то сопровождение после того, как человек уже получил лечение, улетел в свою страну? Ведет ли его дальше доктор? Конечно, конечно. Мы всегда на связи между пациентом и больницей. Также больница продолжает наблюдать за пациентом, консультировать. И это может длиться в течение нескольких лет. Даже нескольких лет? Да, да. Скажите, а есть ли какие-то гарантии, что лечение точно поможет? На начале постановки диагноза или уже самого диагноза гарантии никто не может дать. Это понятие маленечко растяжимое. И, конечно же, пациент хочет какую-либо гарантию, это понятно психологически, но не имеет права доктор давать какие-либо гарантии. Ну, то есть все это зависит от организма. Это ответственность самого человека, да, да. Если человек уже имеет какой-то диагноз, он все равно все анализы сдает заново в новой стране для себя? Или подойдут какие-то исследования, которые уже были проведены в родной стране? Заново.
Если человек хочет продолжить или начать лечение в Корее, в любом случае по приезду в клинику он диагностируется заново. А почему это важно, пройти все сначала? Это важно, потому что, как я уже сказала ранее, корейский доктор делает свое заключение на основании результатов обследования, проведенных именно в этой больнице. Скажите, стал ли со временем медицинский туризм доступнее, или он все еще остается, ну вот, какой-то элитной, скажем так, направленностью? Если говорить о диагностике, то это, конечно, доступно. Если говорить об операциях или же по лечению онкологии, химиотерапии, лучевой терапии, то, конечно, это дорого. Это может позволить себе не каждый человек. А сами иностранцы, они лечатся в тех же больницах, куда, например, привозят русских пациентов? Или это какие-то совершенно отдельные клиники? Возможно, это частные клиники, а не государственные? Или каким образом это происходит? Все лечение проходит именно в одной больнице. Ну, в каждой конкретной лечатся и корейцы, и иностранные пациенты. С той лишь разницей, что иностранным пациентам там зеленый коридор. Это что значит? Если кореец сидит в очереди, как правило, то иностранный пациент идет без очереди. И все же это частные клиники или государственные? В Корее государственных клиник очень мало. В основном, конечно, 80% это частные больницы. Но уровень там... Уровень одинаковый. Оснащенность оборудованием, да, одинаковая. Если человек едет лечиться за границу, есть ли у него возможность по пути где-то познакомиться со страной? Или это уже такой очень редкий вариант, потому что, как правило, главный, самый важный вопрос – это здоровье? Конечно, на начальном этапе человеку не важно, что происходит вокруг него, потому что у него есть серьезная проблема. Но по истечении некоторого времени каждый пациент, он интересуется. Интересно, это же азиатская страна, она другая, ментальность другая, культура другая. И больница организовывает экскурсионные поездки всегда. Поэтому человек знакомится с страной. И вообще, если говорить о длительном нахождении, то есть пациенты, которые уже принимают страну как за свою родную. Настолько им близка культура, близка ментальность, потому как это удобно. Хотя, казалось бы, у нас совершенно разный уклад. Мы да. Все-таки ближе, наверное, к европейской культуре. Но, оказывается, Азия не так уж далека, да? Но комфорт, он важен для каждого человека. И тот комфорт людям, который дает Корея, наверняка он понятен и близок каждому из нас. А вот вы говорите, что даже существуют специальные программы для того, чтобы человек, когда чуть лучше начнет себя чувствовать, познакомился с страной. Они индивидуальные, эти программы, или групповые? И что затрагивают они? Сколько они могут продолжаться? Куда ездят? Каждый город Кореи, он, как правило, многомиллионный город. И при каждом городе есть администрация. Это государственная организация, которая постоянно развивается в предоставлении дополнительных каких-то услуг для иностранных пациентов. И организуются такие поездки уже на государственные деньги. Это, как правило, однодневная экскурсионная поездка специально для пациентов. После этого люди возвращаются в саму страну уже как обычные туристы для того, чтобы просто погулять. Да, практически каждый человек говорит, что по возвращении вот мне Корея помогла, я немножечко восстановлюсь и поеду уже туда как турист. И я полностью познакомлюсь с этой страной ближе, уже в другом восприятии, с другим настроением,
Да, такое желание есть почти у каждого. А может быть, есть истории какого-то чудесного выздоровления, которые вам запомнились? Есть такие истории. В основном это опухоль головного мозга. Это тогда, когда за недостаточностью оборудования в наших больницах на операции головного мозга просто доктора, даже имея хороший профессиональный уровень, у него нет навыка работы. О таком оборудовании даже речи нет, потому что его у нас в принципе нет. Поэтому есть пациенты, которым дают остаточной жизни, например, 6 месяцев. Однако, прооперировавшись скорее, эти люди живут, здравствуют. Мы общаемся, дружим. Есть такие случаи. А что вам особенно запомнилось? Может быть, какой-то случай, который вам запомнился? Для меня, знаете, каждый пациент – это человек. Человек с большой буквы, каждый пациент. Поэтому все случаи, они уникальные. И всегда я радуюсь за людей, которые получают помощь и выздоравливают. Это ведь как здорово, когда ты получаешь жизнь, и твои родственники, друзья, окружающие имеют возможность и дальше общаться с тобой. И это очень важно, особенно для детей. Конечно. Наталья, спасибо большое за интересный разговор. На этом мы заканчиваем. До новых встреч в эфире.